Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в приманочку на серии Магазин Холиплей, первый сир. У них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня я вам расскажу, что я купил обратно свой бизнес. Да, мне вернули деньги, и я выкупил свой бизнес, аптека возле башни Останкино. Да, чуваки? Сейчас увидите видосик, как я его купил. Выкупил я его за 13 миллионов, пацаны. Именно за 13, мать его, миллионов. Да, дороговато, конечно, но, блин, оно того, думаю, стоило. Поэтому как-то так. Кстати, я сейчас в ОПГ солнца нахожусь. Поэтому как-то так. Если что, я в ОПГ солнце. Вернул я свою аптеку, пацаны. Вот, смотрите. Вернул я ее. Я покупал ее, как вы помните, за 11 миллионов, а выкупил ее за 13 миллионов. Сначала чувак мне написал, когда мне еще деньги, кстати, не вернули, написал мне, типа, вот, я могу тебе продать за 20 миллионов. Ну, блин, 20 миллионов это дорого, согласитесь, как бы. Тем более, я ее купил туда за 11 миллионов. Потом мне вернули деньги, кстати, я написал жалобу вчера. 4 часа ее проверили, и мне уже вернули тогда деньги. Проверили, и почти сразу мне вернули мои деньги, 13 миллионов. Я все бабки просто потратил на бизнес, все 13 миллионов, у меня просто не осталось ни копейки, вот мои деньги, 600 рублей. Вот вы можете видеть, что это действительно мой бизнес, я его выкупил за 13 миллионов, вот сколько у него 10 миллионов. Так что можете снова приезжать, закупаться аптечками там и так далее. Кстати, а у меня же денег нету, да, ага, круто. Давайте покажу вам финку, кстати. Чувак у меня спрашивал, почему ты так привязался к этому бизнесу, тут же финка небольшая. Да, финка здесь не прямо ого-го, но мне не нравится свой бизнес из-за того, что он большой. Здесь, знаете, как дорогой ресторан выглядит, можно сказать. Вот как-то так. Человек оказался адекватный вполне. Я ему написал, когда мне бабки кинули, типа, отдашь за 13 миллионов? Он пишет, типа, давай 15 миллионов и по руках. Но таких у меня денег как бы не было, поэтому... Я написал ему, типа, это вот у меня 13 миллионов, и все, как бы. Он, я пишу, значит, не судьба, типа, купить мне бизнес обратно. Он пишет, типа, да ну мы все люди, как бы, и так далее. И вот сразу же он меня его выкупил. Точнее, я его выкупил у него за 13 миллионов. Поэтому все очень круто. Ку-ку. Так, встретил подписчиков. Дэви Вуд, привет тебе. И Иван Вуд, привет тебе. Предупредить еще Диме, Ване, Тимуру, Илье. Еще предупредит Ване, Илье, Тимуру, Диме и все Фоме Вуд. Фома Вуд топовый. Ну, не топовый, чем моя, конечно. Я решил купить этот бизнес из-за того, что он прибыльный, из-за того, что мне нравится. Здесь есть выход на крышу, большая парковка, большое помещение. Все очень круто. Тем более, кстати, у Тимохи Домино вон там есть аптека возле 8 бит. Так что будет круто. У нас две аптеки, всего лишь две аптеки в Южном. И одна мне принадлежит, она Тимохи. Это очень круто.
Поэтому закупайтесь, короче, можете у меня, у него закупаться. Все очень четенько. Парковочка есть, но лучше паркуйтесь не спереди, как я, а лучше здесь сзади паркуйтесь. Здесь места много, как бы, поэтому можете здесь парковаться. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо, боссы мне вернули мои 13 миллионов. Пока что я без бабок, в планах копить бабки, 500 тысяч накоплю, куплю себе новый интерьер, наверное, в дом. Ну, а дальше уже посмотрим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.